Может, он дурачок, я не знаю. Ну, он мне, я пишу ему, он пишет, у меня Тулич еще живой, я пишу, лол. Он пишет, что тут смешного, блядь. Рубало сину, честное слово, блядь. Он дурачок какой-то, блядь. Да я заметил. А про кого? Это, блядь, собрал сегодня 10 гер, короче, блядь, говорю этот самый Христу, типа, бей, блядь, этот, ну, бей духа в комнате, блядь, там, ну что ты еще, а, говорю, лужа выноси, он, блядь, оставил лужу в центре наличия, похуй, дальше, говорю, в комнате, бей, типа, духов. Вот он говорит, типа, блядь, ну, типа, он не бил духов, блядь. Я на это все посмотрел, психанул и кикнул его нахуй с рейда, блядь. Ну нахуй ты нужен, весь рейд вагонился, короче, блядь. Там кого-то ему то стоят, пацаны, убирайте нахуй. Или петы, блядь. Да я затупил, извиняюсь. Пол, это он типа в чате наличает, смотрю, собирается. Да, я увидел. ЖКД повесят нахуй. Ваза, ебать, его сейчас будут, блядь, в чат хуесосить. Просто, блядь, ты все понимаешь это? Фу, блядь. Он пишет, а я-то не убил, блядь, я хуя. Придурок, пиздец. Все будет под контролем, войдет, мастер. Пидорас. Беги, малышка, беги! Дайте длань. Длань дайте, пожалуйста. Счастливый, дай твой ДК блань. И длань, или он сдохнет сейчас. Метки раньше времени не разбивайте. И вот справа головы стоят. Подбейте. Спрячьтесь. Там длань как нет. Да я не достаю для них. Пал, что один, что ли? Я в глыбе. Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Придется гайд писать целый. Чего для канала, блядь? Беги, малышка,
беги! Вы чувствую, репещите, смертные! Ибо ваша шалкая магия теперь бессильна! Метка на танке. Забрал. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь, а теперь почувствуйте всю мощь господина и погрузитесь в отчаяние. Беги, малышка, беги! Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Охуел, блин. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Палахите. Да как ты? Кажется, я болото заблуждил кожу нас. На всех хилах освобожденка, блядь, ребята. Что? Вот если что, я... Дал. Наконец-то свободно. Хельми Хилис. Да.
Тоби, по-моему, убрал. Я Зухвара не увидел. Зухвару передай. Только дорогу кинул. Да, не запусти, не запустите только, блядь. Один бог готов на деньги. А там, чтобы запустить, там надо шапки снимать и убивать эту вонючку. Тут такого не получится у нас. Спасибо за бог. Слава, ты обычные токены не будешь рубить? Тебе надо? Конечно. Это папироса говорит? Нет. Стас. На месте. И штанишки. Забирай. Отлично, да. Порадовался то, что на собачке похили. Комнату похили на меча. Вторую запускали? Нет. Блядь, зубы не спасли. Я вам смело убежал. Ламба, резнешь меня? Блять, подбежал под хилить друида, блять, чтобы он не сука, меня убило, блять.
Значит, на рейндже 3 совы. Элим Хант. Два лока. Два шипы. Два лока. Папироса. Альтея под боссом стоишь. И протопал. Вот вы сейчас бежите, вы знаете, что как стоять, да? Не кучкуемся. Да. В кучке из трех пидоров не собираемся, стоим по одному. Да, да. Бафы даем. Вы поставьте, пожалуйста. Инерк, хуйните, Magic Story. Без КД, блядь, пол рейда, сука, инеров, нахуй. Вы нихуя не кидаете, блядь. Стоим, ждем. Но мне, блядь, нет ни квеста, блядь. Где мой квест, блядь? Чек на пол. Резист на природу мне ставите, шаман? Хуй знает, без понятия. Можете не ставить, нихуя. Элем ставит. Ну все, можно начинать. Начинайте. Геру. Молодец, у тебя повиновение стоит, печать. Отличные новости, народ. Я починил трубы. Я подарю... Тоби, поближе к мелизоне поставь тотем. После лужи. Все бьет. Большой мили-зоне. Отличные новости, народ! Слизь снова потекла! Я худею, блин. Что за блядь? Дайте фридом, блядь. Дайте морнуку, дайте. Отличные новости, народ! Я починил трубы! Трижу покажу. Я блюю постоянно, за мной следит Нюби, под ноги постоянно плюет, блядь. И лужа постоянно под меня льется. Что за хуйня? Так отходи лучше, не понимаешь. Привыкай. Липучка, вонючка! Отличные новости, народ! Я починил трубы для подачи ядовитой слизи! Фалы, сосредоточение. Ты далеко. Блять, как нет, я просто охуеваю. Все говно у меня, блять. Беги, малышка, беги! Липучка, вонючка! Отличные новости, народ! Взрывайтесь. Приготовьтесь, пока что стоим. Побежали со своих мест. Хильте на шутку, кто может. Пиздец, меня гниломорфный нубик, блядь. Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Беги, малышка, беги! Маги, на рейндж выйдите. Блин, сейчас в такую жопу там попали, еле выжил. Блин, нахуй ты зарешал. Сколько я набшот бывает? 11 тысяч. Миломорт сдох. 11400. Но есть и отличные новости. Не тяните, пожалуйста. Море слизи, хоть плыви по ней в круизы.
Ого! Да я поэт! Потрясающе! Не, не надо никому, алло. Алло. Вуди, ты что, до сих пор не забрал перчатки из свинорога? Угу, они все не падают и не падают. Пиздец. Блядь, там же это не Навара, сука, я же не ебался. Я за плащом уже третий год хожу, и чё? Третий неудачный. Слышь, не ломлюсь в рейд обязательно тем, кому шмот надо в отличие от себя. Ну так, блядь. Да, ну я так-то тоже. Ну, я нет, иду теми персами, которые нужны же, блядь. Да нет, Джаз, ну, типа, третий архатурий, он ходит, блядь, с ловами, когда надо. Просто признайте, вы не РВ, вот и все. А, извиняюсь, я думал, перчатки это... Я иду магом, но если мне говорят перезаходить, я перезахожу. Че перчатки? Ну че, я не перезахожу, что? Ты начинаешь придумывать, что кто-то другой может зайти там и так далее. Да хуй знал, когда такого было снялось. Постоянно. Где, блядь? Тебе уже мифы там в беседке у нас ходят. Да. Заебись. Ну, почему бы не попросить кого-то, если... Если тебе это выгодно, почему бы так не сделать? Топор шарик. Метки, значит. Ромбик. И квадрат. Это Хулипал и Ршан. У них по споре и спора под боссом. Чек на пульт. Танка не роняем. Танка здесь шибет так, что пиздец просто. По 50 тысяч. Элим. Каску лапу по Тоби по Элим. Это, Славик, а если две капли кидать на одного танка, они суммируются как-то? Ну, тогда танк... Нет, одна глань висит только. Давайте, начинайте. Рейндж словите. Отличное облако газа, только будьте осторожны, не такое уж оно и обычное. Квадрат не видишь спора. Это заклинание еще не готово. Надо подождать. Это заклинание еще не Две хватит. Низку. Открываем шампанское. Смотрим, когда танки переключатся, готовьтесь сидеть. Спору в ромбик не вижу. Споры. Так, хер знает откуда пришлось нести. Потому что споры в квадратике тупят. Или ты на квадратике был. Рейндж словите, блядь. Протопала сейчас хилим. Дев кончится, его убьет с удара. Кидайте капы. Всё, заебись. Парк красавка. Че, дайте каплю тут. Блин, КД я бы дал тебе.
проф. Копарик именно дал пиздец. Чё да? Да Мелизона забивал, блядь. Нахуй с ним чё, не упали. Чё ты... Давай почему-то. Да там не Копар виноват, там Милики просто сильно отходят от босса, он на нормальном круге стоял. Да. Я знаю, что я стоял, ну, во фрейме и обливал, блин. Да, да. Так. На профи очень напрягайтесь, чтобы никого не уронить. Сколько этот абсорба на туху? 13500. Чистый абсорб 11400. Абсорб с хилом 13500. Чё, диван боб? Ну, боб надо будет на цель красного кидать. Шанту надо, все. А что он говорит? Там тут. А ты разве кидал на ролл? Ну я спросил, Хан, тебе вот этот пояс надо, нет? Стой, стой, да, стой, не есть. Да кидай ролл. А как тут босса воют? От зеленого поведешь, когда уже появится. Потом от зеленого под стол и от стола к зеленому. Зеленого будет милики сразу бить при его появлении. А когда зеленый появляется, босс должен быть возле зеленого? Да, именно там, где появляется зеленый, должен стоять босс. Все понял, спасибо. Значит, будем стопать все как обычно. Два лока. Херзул, твои зеленые, Крайзиварлок, твои красные. Слизни, замедление, проклятие космозище, чтобы было всегда до каста. Счет на пол, слизни бьют все. Не забивайте на слизни, иначе вайпаться будут. Когда зеленый вас откидывает, если вы у стола остались и зеленый рядом, подбегаете, сука, в центр комнаты. Мусулечка тут. Стой. Баш будешь миликов ставить. Артвайзер, ты чё, фул задонился, ты же вроде недавно 4-5 чё-то был. Все готовы, пей куклу. Начинайте. Сейчас надо не сюда вести под зеленого. Уже появится под зеленого сразу. Веди под зеленого босса. Ай, короче, в квадрат веди. Да я понял. Он не ведется так быстро. Ну да, когда он кастует или лучше стопает. Отошли от босса, и босса не бьем, что стопнули. Ждем зеленого, сливаем слизи. Милики, улетаем, как надо. Охуенно, подхилили. Поднимаю. Вставай. Чё ты не со всеми стоял? Стоял дальше всех, ребята, блядь. Вы что, ебанулись нахуй? Зелёный дебаф под стол. Свои слизни бьём. Летаем в центр комнаты. Ни к столу, никуда. В центр.
Красный ретаргет. Ну куда улетел? К стене, а не в центр. Так. Джест поднимает Крейзи Варлока. Аркона поднимает Тоби. Кафу баф, короче, потерялся. Сейчас будет красный, приготовились. Не видит пока тебя. Красного РДД развернулись. Блять. Че, пельменька баф? А чё, как, блядь? Да на хиллбот, блядь, засмотрелся нахуй. Не ужинал, моя. Я кому говорил, Тоби поднимать, его поднимать? Фламбо, поднимай все на колени. Подожди, стой, колбы, потом уведи. Фламбо, все на колени. Захильте. Бьем. Маны нету вообще. Я зарку себе для этого дозаливал. Берёзка гимна ман. Сейчас. Пошли слизнюка. Читаю. Пройдите химическую там. Сейчас красным будет, меликов отвели. Красного убьем. Эл уже актив. Красного мелики помогает. Лужу актив, не пей, попал быстрее. Будем стопать зеленого ждем, стопать не будем, не успеем. Зеленому идем с боссом. Что так долго бьешь, что блять? Боссы мы бьем. Там две в одной. Тихо. Боссы не бьем, пока 2% не трогайте босса. Слизня вся игра. И от меня отбегают, смотри. Ну что за хилип? Сбегитесь, кто там есть. Все, добили, переводим босса. К столу двигаемся. Только не через кол. Захиньте рейд на хрен. Я пока не могу. Дебаф, зеленый к столу быстро отошли. Когда слизня выберет. Зеленый квадрат стали. Когда слизня выберет соль, тогда будете рост. Беги, малышка, беги! Если что. На вкус, как вишенка. Стоим в центре комнаты, ждем, когда выберет зеленый. Красного мельник. Так, смена красного, Боб готовит. Таргет красный. Боб на него. Добиваем красного. Стой, капор. Все плохо, но. Стака будет, заберешь. Им на ману дайте кто-то, блядь. Так, сейчас тебе дам имя. Машулечка, не лови пельмени, блядь. Ты кастуешь пиздец по полгода. Дал тебе имя. Он может диван кидать, Виталик. Верно, с ним пропало пить лучше. Диван, молодец, кидай на этого носога. Молодец. Тасуй, кидай. Вот, ладно, все. Снимай диван, готовься забрать босс. Надо подождать. Я пока не могу прочитать это сами. Идите, надо сейчас ставить шкаф. Сука, ни одного бафа не дали, блядь. Ну тебе кулак же не нужен. Завоевать. Май,
могу, блядь, два мага не могут одну кнопку прожать. Присты, блядь, я встал без маны, ни одного баха, блядь. Нихуя вообще, просто, блядь. Ну, лапу дал, да, лапа была, блядь. Стояли, блядь, РДДшки, нахуй, тупо дуплили, блядь, в моба, блядь, и никто даже не пробовал бежать, блядь, просто стояли и дуплились, блядь, это пиздец. Меня приорает до такой тупости, блядь. Соберите сейчас лич. Чтобы у меня не начало прибирать, сделайте все четко. Значит, поставим. А, био... Че? Био... Давай быстрее. Значит, носок. Все кружки станешь. Фламба, все ромбики. Счастливый в качестве стан протопали. Приходите хил с абсорбом, пожалуйста. Не вкачан, говоришь. Станешь первую, третью, пятую волну. Треугольник, это третья валька. Молодец, станешь вторую, четвертую волну, треугольник. Гнев небес дается тогда, когда основные точечные станы прошли. Когда вальки ближе к краю подлетают. Вальки бьют все. И бить надо в приоритете и сильнее ту вальку, которая ближе к краю летит. Тогда все будет нормально. Давай, блядь, линкуй, заебали. Так, баш, ассист и вводишь миликов. Так, Сога танчил лича. Танчил вроде с нами, нет? Где? Чек на пул. Слышишь, мне нужно отойти 3 минутки. Там не запускай пока. Войд. Он пошел. Он сказал, отойдет на 3 минуты. Укрылся. Какой лоб? Какой из этих лоб? Он сказал, отойдет. Отойдет на 3 минуты. Ну, Crazy Warm тут еще. Я тут. Да.
наконец, хваленые силы света, мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Тыкай на ХП. Герои в атаку! Я ставлю тебя, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света... Протопало хорошо хилить, у него здоровье что-то могут. Мелких собирай, протопал, ты не разгонишь чего. На ПДК ловушка, сейчас летите. Тут ДК ГП давать надо. Диван. Диван, дайте паду, я порезаю. Объясните ему, как танчить. Блядь, его и башит, пизда будет нахуй. Этого пала, блядь. Ну объясните мне, как танчить. Он кастовал, когда ловушку кинул. Он стоял на месте. Хорошо. Ну, объясни. Держи, ты короче, должен лицом, держать его лицом к РДД, да. Вот. Все, понял. Ты его проводишь и разворачивай, типа, ну, лицом в РДД-зону. Объясните с нуля тактику за ДК танк. А за что ты протопал туда? Трейдер, который улетел. А, блин, счастливый, да. Да, один раз. Собирай мелких тоже, потому что не разгонится, бля, чума. Прикиньте, пацаны, не получится нихуя. Я, короче, блядь. Понятно, что виноваты милики в любом случае, потому что надо смотреть. Но для этого ДК и танчит лицом к РТД, чтобы было проще. Сука, вот кто это? Кто там полетел, блядь? Да, ИГП, ДК пускай успокоится. Слышите, а если сейчас подойти... Захильте бога, как всегда. Слышите, что говорю, если подойти к этой херне со стороны трона, оно откинет на трон, да? А, как сова только что. Теперь дай ГП, нахуй, он притянет время, нахуй. Вы видели время, сука? Thank you.
Да, полностью с тобой согласен. Там этот хан Иисус, эти снимай, потому что пал вообще их не станет. Там впало, бля, летит одна за одной, блядь. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам и будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои, в атаку! Я вторую могу, кто даст, может. Ясно, пришел конец. Финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. РТД. Ну, забери там с орбитной зоны, с жестом, наверное. Где тут? Великие ловушки. Дал, дал. Thank you.
Я уже резну. Децем последний. И залей. Да. Сука. Да. Вы в комнате бьете духов? Ну я уже вторую взял. Гимноманы. Смотрите,
Может, после комнаты тотем откадышится? Маша. Хант. Нет. Духа сбил. Он такой с ним просто генерировал бомбу впереди. Дай маме. РДД отходи. Огурцы жмите, блядь. СС по танкам. СС по танкам. Пришел конец. Дайте мне танк. Каску. Каску танку. Вообще это сразу должны сделать. Дайте ПФ. Дайте пошлю кто-то баллов. Иначе, как и я, будете навек порабощены этим проклятым клинком. Да я... Да какие слепые в тебе стоял, вот, блядь, если нахуй, ну... Да по-любому, блядь, потому что я на тебя нахуй отдал щиток БМС, нахуй. Посмотри нахуй обзор, блядь. Посмотри, блядь, ты уже сдох. Посмотрел бы пафу, блядь. Ну это по-любому, блядь. Блинка не обсорб. Ханов, не беги впереди рейда. Это из-за тебя сейчас упали. Лич, потучка. Я бежал за звездочкой, у меня следовать за Войдом в комнате. Вы что, ебанулись? Как я мог бежать впереди рейда, блядь? Не последняя комната. Вот. Окей, я тебе потом покажу видео. Ты бежал впереди, и там упали две метки. Войд побежал назад из-за этого.
Этот, слышите, я говорю, лич по тучке бьет, короче, 12 тысяч, потом тучка спадает, 339 тысяч. Нужно подойти поближе. У меня нет абсурда. А у нас в том трае кого-то унесло? Неужели прибыли наконец? Хваленые силы с... Нету кулака на ШП. Мне бросить людей на ШП, говорю. Твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Ревностный ум, Пола. Это было, нет.
надежда тает. Пришел. Слабенький, да, еще против прошибателя.